Скарабеи – жуки, составляющие отдельный род в семействе пластинчатоусых. На сегодняшний день существует около 100 различных видов скарабеев, и большая их часть обитает в пустынях и полупустынях африканского континента, северной части Азии и на юге Европы. Приветствую, мы с вами канал Узнавай, и сегодня мы расскажем интересные факты о жуках-скарабеях. Размеры жуков могут быть различными в зависимости от его вида. Средняя длина тела насекомого от 9 до 40 мм. Практически все виды скарабеев имеют черный окрас. Крайне редко встречаются серые жуки. Скарабеи известны тем, что они изготавливают из навоза сферы правильной формы. Размеры такого шара могут превышать величину самого жука в несколько раз. Скарабеи способны сдвинуть вес почти в 90 раз больше их собственной массы. Шары формируются насекомыми с помощью длинных передних лапок и специальных зубцов на голове. Свежий навоз травоядных животных – основной источник пищи для скарабеев, поэтому этих жуков называют утилизаторами или санитарами. Изготовленные шарики жуки прячут или закапывают, чтобы затем съесть. В поисках подходящего места скарабеи могут катить сферу десятки метров. За деликатес в виде навоза между скарабеями нередко возникают жестокие драки. Бывают случаи, когда скарабеи, не желая трудиться, силой отбирают у своих сородичей уже готовые шарики. Обычно в процессе формирования шариков образуются семейные пары. Основные враги скарабеев – хищные птицы, а также некоторые млекопитающие. Однако главный враг жуков – клещи, поедающие насекомое живьем. Скарабеи всегда особо ценились египтянами. В этой стране жук-скарабей отождествляется с богом солнца. Считалось, что он приносит удачу и процветание. В египетских пирамидах и в древних папирусах было обнаружено множество изображений этих жуков. Все существующие виды этих жуков абсолютно безопасны для человека и животных. Плотоядных жуков-скарабеев не существует в природе. Скарабеи – уникальные и легко узнаваемые жуки, которые имеют широкий ареал обитания. Популяция этих насекомых ничего не угрожает, однако некоторые их виды все-таки относятся к уязвимым. На этом все. Пишите другие интересные факты о скарабеях в комментариях. Спасибо за просмотр. Будем рады, если подпишетесь на канал, поставите лайк и нажмете на колокольчик. До скорого!